В Междуреченске за сентябрь выпало 64 миллиметра осадков. Это больше 80% среднемесячной нормы. В прошлом году сентябрь был сухим, всего 10 миллиметров. Специалисты Кемеровского гидрометцентра уже дали предварительный прогноз на октябрь. Первая половина обещает быть теплой. Похолодание ожидается в конце месяца до минус 14 градусов. Что ждать от погоды в ближайшее время? Погода в Кузбассе будет неустойчивой, с постепенным похолоданием. Практически ежедневно по области будут наблюдаться осадки, а с середины недели ночные отметки понизятся до слабо отрицательных, и осадки уже возможны в виде дождя и мокрого снега. Во вторник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Днем температура будет в пределах 12-17, а в ночь понизится до отметок плюс 3-8. На большей части территории области пройдут небольшие умеренные дожди. В среду днем продолжится понижение температуры. Отметки будут в пределах плюс 7, плюс 12, а ночные отметки плюс 2, плюс 7. И также местами ожидается порывистый ветер и осадки. В четверг погода будет с переменчивым характером. Область окажется в центре циклона, ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 14 метров в секунду. Температура днем будет достаточно высокая, плюс 14, плюс 19. В ночь пойдет понижение, и уже столбик термометра опустится до отметок минус 1, плюс 4. В пятницу понижение температуры продолжится, днем она будет в пределах плюс 10, а в ночь на субботу около нуля.